мои любимые зрители, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу показать маску, которую можно сделать в домашних условиях. Для этого нам потребуется совсем минимум продуктов. Маска это замечательно тем, что кожа после применения этой маски будет бархатистая, нежная на ощупь, такой отдохнувший. То есть вы можете эту маску сделать перед выходом куда-то, на какое-то торжественное мероприятие, или просто хотите поднять себе настроение. Нам потребуется какао-порошок, молоко или вода и какой-нибудь маслица. И добро пожаловать! Сейчас я вам буду показывать, как ее делать. Нам понадобится какао-порошок. Берем 2 чайные ложки порошка. И тут, девочки, такой секрет. Если у вас жирная кожа, то разводим водичкой. Если у вас сухая кожа, то разводим теплым, даже можно немножко горячим молочком. Маска должна быть не очень густой и не очень жидкой, чтобы она не стекала. И так как кожа у меня сухая, я добавляю немножко масла виноградных косточек. Совсем чуточку. Можно обойтись и без него. Маска немножко пачкающаяся, поэтому убираем волосы. Вообще можно убрать полностью. И, конечно, я сейчас не буду переодеваться. Желательно переодеться во что-то такое, чтобы не это. Убираем косметику. У меня есть вот такое замечательное средство. Очищающий тоник. И вот то, что мне нравится, я то, что вот сверху тут все прикладывается. И убираем все, все, что не нужно. Косметики у меня практически нет. И начинаем наносить нашу шоколадную маску. Как вам удобно? Я сказала, что она немножко пачкает. И с этим будьте аккуратны. Ну, божественный вкус. Вкус, не знаю. Божественный запах, но видок. Делайте это, когда нет никого дома, чтобы никого не напугать. Отлично подойдет. Маска отлично подойдет для напугания кого-нибудь. Ну и также через 10 минут вы смываете теплой водичкой. Как я уже сказала, очень много полезных свойств у этой маски. Мыла, нанесла свой любимый крем, чуть-чуть румяшек. Осталось нанести блеск. И все. Вы красавица, можно в свет. А если вы делаете вечером, то с утра то же самое. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.